Доброго времени суток, с вами Сергей, и сегодня у нас на обзоре вот такой вот чудо-инструмент, кухонный, не знаю, как его назвать, топорик-молоток, кто знает, тот правильно назовет, я не знаю правильное название. Супруга увидела в магазине и говорит, стоит брать, он был в упаковке. Я говорю, ну конечно, Лена, стоит, смотри, алюминиевый, трубка с нержавейки, я говорю, ножичек маленький, я говорю, конечно, стоит, стоит в районе что-то 400 рублей, даже, по-моему, поменьше. Производитель я уже не могу сказать, этикетка выкинута, но я его называю почти СССР. Тут такая надпись СССР, но тут не поймешь, и буква и не С, и не Е. Так вот, смотрите, потеряли мы страну и потеряли качество. Вот так вот у нас сейчас современная промышленность выглядит, вот таким вот образом. Во-первых, хорошо, что этот топорик при работе никого не травмировал, он просто улетел в стенку. Это самое главное. Ну, а во-вторых, у нас вся вот сейчас вот отечественная промышленность, в принципе, выглядит вот так вот. Я даже могу сказать, что у меня дома на северсталевском чайнике, куплен чайник 2 года, отвалилась крышечка сверху. Там такая дуга припаяна, и в ней вставлена пластиковая крышка. Так вот, эта дуга отвалилась. Вот так вот у нас сейчас выглядит вся промышленность. Вариантов закрепить море. Можно спаять индукционной сваркой. Можно запрессовать, можно сделать. Почему производитель так не делает, я не знаю. Здесь вот видно, не до конца досверлено. Здесь видно. Сказать, что рабочий виноват, можно сказать. Но с другой стороны, у нас на зарплату выделяется только 1,5-3%. Так что рабочему, скорее всего, сделан такой план, что надо быстрее, чтобы прокормить свою семью. Ну что ж. В принципе, мы поговорили про этот топорик, показали его. Давайте это делать, теперь пойдемте исправлять. Раскручиваем. Ставим алюминиевые уголки, чтобы не поцарапать ничего. Так, сейчас мы первым делом начнем шарошкой расширять отверстие, чтобы полностью трубку вставить. Так, стойте. На эту сторону. У меня вот шпилечки остались такие, четверка нержавейка. Вот болты обрезал по нержавейке, вот остались шпильки. Сейчас засверлимся, нарежем резьбу и шпильки крутим. А что касается вот этой отечественной нержавейки, пищевая нержавейка, она не магнитная. Здесь все магнитится. А уж нержавейка или хорошая никелировка, я сейчас сказать не могу. Скорее всего, нержавейка, но не пищевая. Так, размечаем. Резьба четверка, сверло 3,25. Сажаем на суперклей.
будем. И таким же образом сейчас заклепаем и ручку. Все, что умею делать я, то учится делать сын. Крепеж лезвия, соответственно, на таком же уровне. Будем тоже крепить. Спрашивается, что это вообще такое? Куски алюминия и куски железа. Проданы как готовые изделия. Размечаем под отверстие. У меня вот такие вот болтики, винтики, прошу прощения, винты с нержавейки. Спасибо моему другу. Я собирался делать доску для чистки картофеля. Я его попросил купить саморезы с нержавейки, но он не купил и винты. Андрюша, спасибо. Я без тебя сейчас ничего не сделал. Так, ну кто знает, тот понимает, что далеко это не нержавейка. Нержавейка вязкая, ее сверлить тяжело. Тут я, посмотрите, просверлил на ура. Два винта. Вставляем два винта. Можно было, конечно, эту часть на бокситку закрепить. У меня, кстати, есть бокситка на данный момент. Но все-таки же дело пищевое. Я предпочитаю нержавейку использовать. Две гаечки. Данный процесс оставлю за кадром, так как мне нужен Михаил Сергеевич для помощи. Час работы, и все готово. Как говорится в одном известном фильме, мне за державу обидно. С вами был Сергей. До скорой встречи.